«Приветствую тебя, юный принц. Нам нужно поговорить». «У меня нет на это времени». «Послушай меня, мальчик. Эти земли обречены. Тьма уже спустилась на них, и ты не в силах остановить ее. Если ты действительно хочешь спасти свой народ, уведи его за море, на запад». «Ты предлагаешь бежать? Мое место здесь, среди моих людей, и я буду защищать их». «Значит, ты уже сделал свой выбор. Запомни, чем сильнее ты стремишься сокрушить врагов, тем быстрее твой народ окажется в их власти». «Прости меня за то, что я пряталась, Артас. Я просто хотела...» «Нет, Джайна!» «Я ощущаю в нем огромную силу, Артас. Может быть, он прав. Может быть, он действительно знает, что нас ждет». «Его слова не заставят меня покинуть родину, Джайна. И меня не волнует, на самом ли деле этот безумец может видеть будущее. Идем». «Я рад, что ты пришел, Утор». «Следи за своим тоном, юноша. Хоть ты и принц, но как паладин ты все еще находишься под моим командованием». «Как будто я не помню. Послушай, Утор, я должен рассказать тебе кое-что про чуму». «Нет, мы опоздали. Все эти люди заражены чумой. Сейчас это еще незаметно, но скоро все они превратятся в нежить. Весь город должен быть очищен». «Что? Как ты мог даже подумать об этом? Должен быть какой-то другой путь». «Проклятье, Утор! Как будущий король, я приказываю тебе зачистить этот город». «Пока ты еще не король, юноша, но этот приказ я не выполнил бы, будь ты хоть трижды королем!» «Тогда я буду расценивать это как измену». «Измену? Ты совсем лишился рассудка, Артас?» «Неужели? Лорд Утор, властью, данной мне по праву наследования, я отстраняю вас от командования и освобождаю от службы ваших паладинов». «Артас? Ты не можешь так...» «Решено! Те из вас, кто действительно хочет спасти эту землю, за мной! Остальные прочь с глаз моих!» «Ты пересек опасную черту, Артас». «Джайна!» «Прости, Артас. Я не могу на это смотреть». «Я ждал тебя, юный принц. Я Малганис». «За честь и отвагу». «Недостаточно золота». «Где враг? Хороший план». «Прости меня, отец. Но я должен сделать это. Хороший план. Разумеется». «Жду приказа». «На нас напали солдаты короля». «Хороший план». «Спасайтесь, кто может». «Правосудие настигло тебя. Недостойное создание». «Конечно. Поздно просить пощады. За честь и отвагу. Правосудие настигло тебя». «Жду приказа». «Поздно просить пощады. Разумеется.
конечно. Исследование завершено. Я помогу. Хороший план. Жду указаний. Свет благословляет меня. Жду приказа. За моего отца. Ощути мой гнев. Никто не смеет предавать свет. Разумеется. Одно ваше слово. Жду приказа. Щенок, не путайся под ногами. Ползи к своему дряхлому отцу и дожидайся конца вашей династии. Недостаточно места. Конечно. Хороший план. Разумеется. За честь и отвагу. Правосудие свершится. Конечно. Жду указаний. Я помогу. Разумеется. Одно ваше слово. Будет исполнено. Я служу свету. За честь и отвагу. Приказывайте. А точно. Где враг? Недостаточно места. Хороший план. Хороший план. Свет благословляет. Разумеется. За честь и отвагу. Недостаточно места. Где враг? Конечно. Я служу свету. Конечно. Поздно просить пощады. Да, ваше высочество. Свет благословляет меня. Правосудие настигло тебя. Правосудие свершится. За честь и отвагу. Наши войска атакованы! Я помогу. Разумеется. Хороший план. Недостойное создание. За моего отца. Разумеется. Конечно. За честь Жду и отвагу. Приказа. Хороший план. Разумеется. Я помогу. За честь и отвагу. Жду приказа. Ощути мой гнев. За моего отца. Недостойное создание. Ощути мой гнев. Хороший план. Конечно. Я служу свету. Конечно. Жду приказа. Разумеется. За честь и отвагу. Хороший план. Поздно просить пощады. Разумеется. Конечно. Никто не смеет предавать свет. Жду приказа. Хороший план. За честь и отвагу. За честь и отвагу. Конечно. Хороший план. Правосудие настигло тебя. Где враг? Разумеется. Жду приказа. Поздно просить пощады. Правосудие свершится. Свет благословляет меня.
Правосудие настигло тебя. Никто не смеет предавать свет. Я помогу. За честь и отвагу. На нашу базу напали. Жду приказа. Да, ваше высочество. Свет благословляет меня. Недостойное создание. Это моего отца. Ощути мой гнев. Я снова жив. Никто не смеет предавать свет. Хороший план. Разумеется. Конечно. Жду указаний. Да-да, конечно. Где враг? За честь и отвагу. Поздно просить пощады. Ощути мой гнев. Правосудие настигло тебя. За моего отца. Поздно просить пощады. Ощути мой гнев. За честь и отвагу. Никто не смеет предавать свет. Недостойное создание. Конечно. Разумеется. Правосудие настигло тебя. Хороший план. Хороший план. Никто не смеет предавать свет. Правосудие настигло тебя. Разумеется. Ощути мой гнев. Приказывайте. Я служу свету. За моего отца. Недостойное создание. Конечно. За честь и отвагу. Разумеется. Правосудие свершится. Одно ваше слово. Где враг? Поздно просить пощады. За честь и отвагу. Ощути мой гнев. Хороший план. Свет благословляет меня. Конечно. Конечно. Я помогу. Жду приказа моего отца. Мы покончим с этим сейчас же, Малганис. Один на один. Храбрости тебе не занимать. Но, к несчастью для тебя, юный принц, твое путешествие только начинается. Собирай свои войска и отправляйся в царство вечных снегов, в Нардскол. Там мы и уладим все наши дела. Там ты узнаешь свою судьбу. Я отыщу тебя даже на краю земли. Ты слышишь меня? На краю земли!